То есть он примерно своими словами сказал: стоп, инвестор. И, кстати, это одна из причин, почему в зале было так мало людей. Потому что они наслушались Порошенко с нытьем по поводу «помогите нам, едьте, инвестор, но у нас война». Что ж ты, царская морда, налоги раздаешь? Мы, будучи бедным государством или бедными людьми, не можем наравне с европейцами платить их налоги. И это новый тренд 21 века. Нужны люди. Тимошенко, которая обворовала страну аж до нитки, она начинает говорить о том, какие зарплаты должны быть и кому сколько надо выписывать. Хотя сама выписывала тому же Дубине огромные премии за то, что подписывала газовые контракты, невыгодные для Украины. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політеку Онлайн. Дякую, що ви нам довіряєте. І сьогодні ми спілкуємося з лідером партії 5-10 Геннадієм Балашовим. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю. Почнемо нашу розмову з топ-теми вчорашнього дня. Мова йтиме про виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому форумі у Давосі. Глава держави вперше виступав на цьому поважному зібранні. Звісно, що скільки людей, стільки й думок, тому що думки різняться щодо ефективності цього майданчику. Але тим не менш, давайте почуємо, що сказав глава держави. Шостий рік у моїй країні іде війна. Шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. А існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає саме сьогодення. Якою, на вашу думку, є задача для країни, що втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою на старому континенті? Стати лідером. Нова українська влада будує рівні правила гри для всіх, очищує судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво важливі реформи та схвалює життєво важливі закони. Ми пропонуємо вам всім стати акціонерами успіху нової України. Достатньо амбітні речі проголосив Володимир Зеленський. Я ще хотів би заакцентувати увагу на одній тезі, яку вчора сказав наш президент. Україна повинна стати інвестиційною мекою Східної та Центральної Європи. Що для цього треба зробити, на вашу думку? Сам посил стати мекою Східної Європи. Якщо ви становитесь мекою для бізнесу всього світу, то ви повинні стати аномально свободною країною. Аномально свободны. Вот такими, как в 19 веке стали Соединенные Штаты Америки. Они стали на то время аномально свободной страной. И тогда эта территория, которая была пустая, получает всех европейцев, все технологии, все едут туда делать деньги, получать земли, то есть становиться американцами. И результатом было, что за вот несколько веков 350 миллионов американцев на пустых землях. Что такое в современном мире аномально свободная страна? Это где осуществлен принцип свободного передвижения товаров, денег и людей. У нас есть относительно свободное передвижение людей. Без виз нам это позволяет. Хорошо бы, если бы мы по всему миру могли ездить. У нас нет свободного передвижения товаров, потому что они упираются в таможенника. И в 30% таможенной пошлины, 20% НДС на таможенную пошлину и на товары. Таким образом, 50 и больше нагрузка при завозе сюда товара. Да далеко не все люди в Украине могут себе дозволить подорожевать. Я сейчас не о подорожевании, а на ввозе товара для инвестора. Если вы завозите сюда оборудование, вы упираетесь в 30%. Вы упираетесь в 20% НДС. Вы упираетесь в военный сбор 1.5%. То есть товар не передвигается свободно. Дальше, деньги не передвигаются свободно. Сюда нет доступа иностранному капиталу напрямую к людям. Только через национальный банк. Только через правительство они могут иностранцам продавать. И здесь нет свободного передвижения товаров, денег, людей. Я к чему говорю? Что когда президент объявляет, что стать самой привлекательной страной для бизнеса, надо понимать параметры, что под этим смотрится. И, конечно же, мы должны обратить внимание в таком случае на высказывание Гончарука, который сказал: я вижу хорошую страну, это где мы судовую систему построили хорошую, мы построили хорошее там самоуправление внизу и приглашаем инвестора в инфраструктурные проекты. Все попередние влады про это говорили. Да, они всю жизнь, они 28 лет об этом говорят. И президент сейчас начал вторить Порошенко. Он говорит примерно то же самое. Бла-бла-бла, станем самой лучшей страной, украинцы очень способны, работоспособны и так далее. Они не говорят параметры. А мы говорим всегда, и когда они заявляют о том, что они
либертарианцы, или мы хотим быть либертарианцами, то я бы обратил внимание еще и на высказывание Арахамии, потому что Арахамия высказался в связи с этим, что мы не всегда должны гармонизировать с европейским законодателем свое законодательство. И навел причину, это причина правильная, бедность. Мы, будучи бедным государством или бедными людьми, не можем наравне с европейцами платить их налоги, пользоваться их НДСом. То есть мы попадаем в неравные условия. И что нам надо какое-то время побыть экономической эгоисткой. Ну, прям либертарианская теория. Экономическая эгоистка – это значит стать аномально свободной страной. Это значит, налоги должны быть самыми низкими в Европе. Это значит, возможно, надо отменить налог на добавленную стоимость. Вот тогда сюда поедут деньги. И свою заботу, например, Зеленский проявил о ком? Он говорит, если у вас 100 миллионов, я вам менеджера дам. Свой личный телефон дам. Это называется развитие экстенсивных институтов власти. То есть он будет лично помогать, лично менеджером. Да, плюс еще податковые каникулы на 5 да, руки. Да, потому что я хочу быть равным с доступом к ресурсам, в том числе и финансам, со 100-миллионником. Дальше он говорит, 10 миллионов, если вложите в Украину, мы вас освободим на 5 лет от налогов. А меня вы почему? А почему вы бедных своих граждан не освободите на 10 лет от налогов? Потому что такое уже было при Кучме. Он на 10 лет освободил вложение в 10 миллионов в Украину и тогда гонялся за теми, кто безналогово ввозит сюда бензин, нефть, газ и все остальное, используя Украину как трансферную зону. Тобто, пане Геннадію, кінцева мета от проголошених вчора президентом України Володимиром Зеленським таких меседжів, вона полягає в чому? Понравиться людям. Он задел Грету Тунберг, климатические проблемы мира, хотя наша страна и близко к ним не подошла. Он задел, что давайте едьте к нам, но он начал с чего? Моя держава 6 лет потерпая войны, у нас идет война. То есть он примерно своими словами сказал, стоп, инвестор. И, кстати, это одна из причин, почему в зале было так мало людей. Потому что они наслушались Порошенко с нытьем по поводу помогите нам, едьте инвесторы, но у нас война. Он наслушался еще предыдущих нытьем, что Украина бедная война. Потому что, чтобы был полный зал в Давосе, надо было выходить с программой. Для инвестора. И для инвестора не 10 миллионов, не 100 миллионов, а для тех, у кого 2, 3, 5 миллионов. Француз, англичанин, там, румын. Вот если бы они услышали, что Украина становится налоговым раем для человечества, что в Украине убирается НДС, что в Украине действует, там, допустим, система 5-10, то тогда, да, у него был бы полный зал. А так вчера почули переважно декларацию, я так разумею. Ничего не почули. Они не пришли даже слушать, потому что они примерно знают, о чем он будет говорить. А о проблемах климата, но это благодаря Грете Тунберг теперь все об этом говорят. Это же такая основная тема, даже да. И этого ювелирного форума. Ну, они вот это навязывают, эти темы, вместо того, чтобы... И поэтому мне очень понравилось высказывание Арахами, когда он сказал буквально из программы партии 5-10, что Украина должна побыть аномально свободной страной. Вашу программу. И потому что либертарианские идеи на самом деле у слуг народа есть. Они не так распространены, не до конца поняты, но я уверен, 5-10 либертарианцев уже у слуг народа есть. То есть либертарианская идея возникает, когда исчезли в 20 веке уже окончательно коммунисты, окончательно социалисты, окончательно фашисты, националисты уже не попадут в парламент никогда, и мы понимаем, что на поле остались социал-демократы, которые это будет там, где будет Медведчук, вот это с этой плеядой олигархов, это либералы, переходной период, и дальше идут либертарианцы. Более свободная страна, аномально свободная страна. И я очень этому рад, потому что вот эти молодые люди, которые пришли после 30, в них уже вселилось это либертарианство, оно внутри. Они еще его не так артикулируют, но в высказывании, вот как Арахамия сказал, побыть эгоисткой в экономическом мире Украины. Что значит побыть эгоисткой? Это на 40 лет освободить своих сограждан от налогов, дать им разбогатеть, стать как европейцы богатыми, и тогда соединяйтесь с Европой на равных условиях. Якщо вчора Давид Арахамія говорив про певний егоїзм в контексті навіть взаємовідносин з Європейським Союзом, то вчора Володимир Зеленський жартома чи не жартома, ми цього не знаємо, сказав про те, що для України зараз дуже зручний момент для вступу до Європейського Союзу, оскільки Великобританія виходить. І він сказав наступне. Ми бачимо своє майбутнє у Європейському Союзі. А що має зробити ЄС? Просто взяти Україну в ЄС? Це дуже складні речі, хоча це дуже прості рішення.
Ну, это называется бла-бла-бла, потому что мы должны представить, я экономические вопросы беру, если мы сейчас вдруг, они говорят, все, вы приняты в ЕС, да, вот мы приняты, у нас остается налог на добавленную стоимость, все налоги, все нагрузки, что будет происходить внутри ЕС, включая экономику Украины, все население переместится в район Парижа. Все население переместится в район Германии. Все население переместится туда, где можно зарабатывать деньги. Ну, нашего брата и там так вистачає, без вступу в Европейский Союз. Да, но с Европейским Союзом это уже паспорт, право на работу, и вы будете искать работу, где вы будете больше получать. С паспортом Евросоюза вас ничто не держит на территории Украины. С паспортом Евросоюза вам здесь нечего делать. С этим столкнулись, кстати, Польша. Поляки уезжают в Германию. Мы переезжаем в Польшу. Румыны все стремятся в Центральную Европу. То есть, за что сейчас идет борьба вот этих богатых стран, там, где да. ВВП больше 100 тысяч на душу населения? За людей. Им нужна плотность населения. Чем выше плотность населения, чем богаче общество, тем больше им надо людей. Им надо больше людей в обслуживании, в медицине, в обучении, на работе, на заправках или там, где они работают. То есть, обслуживания им надо еще больше. Таким образом, на сегодняшний день в мире идет одна борьба. И это новый тренд 21 века. Нужны люди. Но знаете, с чем я это сравниваю? Это когда пришли компьютеры, да, и вот эти, и сказали, ну, раз документооборот теперь не бумажный, то бумаги скоро не надо будет. То все перейдет в компьютер, и мы будем обмениваться. В результате бумаги начали потреблять в офисах в 100 раз больше. Что-нибудь распечатать надо обязательно, потому что... Це в нас декларують, що потрібно нарешті відмовитися від паперового документообігу і перейти виключно на... А на самом деле произошло обратный процесс, когда бумаги понадобилось в 100 раз больше, потому что пошел творческий процесс, вам надо распечатка. То же самое с людьми, когда нам говорили, что роботизация, появление автоматизации приведет к тому, что люди исчезнут, и они не нужны будут. Нет, людей понадобится еще больше, потому что появятся новые профессии. Богатый человек выдумывает профессии. Любой богатый человек, если вы представите его проживание, да, ну, чем вы богаче, тем вам больше надо людей. Вам надо два водителя, вам нужен массажист, вам нужен повар, вам нужен больше размер обитания. И что мы наблюдаем сегодня? В центре Европы аномально богатые страны. Вот эти вот маленькие страны, так это страны Бенилюкс, Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Люксембург, они по 100 тысяч долларов на душу населения. И туда стремятся все. И мусульмане, и украинцы, и русские, все вот туда пытаются добраться, потому что там высокая зарплата. Шукают себе там место под солнцем. Пане Геннадію, продовжуючи тему із Всесвітнім економічним форумом, мої колеги підготували от такі світлини, які от можуть проілюструвати той антураж, який був у цьому швейцарському місті. Бачимо спілкування Олександра Ярославського із Давидом Арахамією. Звісно, що був присутній і Віктор Пінчук. У багатьох наразі виникає питання щодо того депутатського десанту, який висадився у Давосі, мовляв, що ці хлопці та дівчата там робили, яку вони, можливо, підтримку здійснювали президенту, прем'єр-міністру, навіщо стільки туди поїхали, і яка взагалі практична користь була від їх присутності? Пригласив Пінчук, судя по всьому, розслав приглашення тим людям, які більш-менш близько к нему стоять. І це совершенно нормально. Пінчук завжди це робив. Коли я був депутатом, Пінчук збирав депутатів, накривав столи, поляни, возил на своем самолете. То есть, но вы до Давосу не ездили, так? До Давосу нет, не ездил. Один раз с Пинчуком летел в Днепропетровск из Киева, потому что рейсовый не летел. Тогда я, конечно, был поражен. У человека свой самолет. Для меня это был сильный удар. Ой, ну это уже, знаете, такая ситуация, яку все, мабуть, уже проиллюстрировали в засобах массовой информации. Вот так. Припаркувалася автівка із українським номером. Третьестепенное по значению событие, оно ни о чем не говорит. Но Давос не используется на сегодняшний день Украиной, и не потому, что его нельзя использовать. Давос можно и нужно использовать для рекламирования. Это экономический форум, туда съезжаются инвесторы, но вопрос в том, что нет предложения. Ну, нету предложения. На сегодняшний день Болгария имеет больше предложений. Они ввели у себя налог 10-10. 10 с доходов физических лиц и 10 корпоративный налог. И в результате сейчас в Болгарию вкладывается деньги, там выгодно вести бизнес. Ну от продовжуючи цю тему, про яку ми з вами говорили, в контексті обіцянки давати 100 мільйонів і потім ще буде за 10 мільйонів інвестицій 5 років податкових канікул, от бачимо таку інформацію із телеграм-каналу, ну ви знаєте, що зараз у нас всяка цікава інформація, вона зустрічається у телеграм-каналах, і тут я процитую, на закритий для преси, но празднична встреча в українському домі, президент Зеленський лично вписав свій номер в телефон Мітала, Криворожсталь.
эпоха борьбы с выбросами в Кривом Роге закончена, или это повышение запросов? И далее такую же процитую эту тему. Сегодня Зеленский пообещал инвесторам за 100 миллионов плюс давать госопекуна решать проблемы, а за 10 миллионов инвестиций 5 лет налоговых каникул. Сколько стоит номер телефона президента, пока неизвестно. Якщо вже про другу частину цієї інформації ми з вами поговорили в контексті того, що обіцяв Зеленський, то от давав чи не давав, це ж ми свідками, звісно, що не були. Але тим не менше, є така інформація. Ну, є така інформація. Ну, наверняка, легко і без телефону зв'язатися Міталу з президентом лично. Без посередника. Це слишком крупний бізнесмен мирового масштабу. Тим більше, зараз у них у всіх металургів дуже складне положення, тому що ціна на метал на мировому ринку упала. І наші олігархи, можливо, скоро перестануть бути олігархами, в силу того, що вони всі розоряються. В тому числі і у Мітала будуть проблеми, тому що, ще раз говорю, ціна на метал в мірі плачу. Технології міняються. А от коли президент сказав о тому, що 5% налоги отменят для тех, кто больше 10 миллионов. Мне хотелось, я вспомнил слова, что ж ты царская морда налоги раздаешь так легко. Потому что все-таки надо думать прежде всего не о инвесторах, а о своих родных гражданах. Что его мама, мама Зеленского, платит 20% НДС, приобретая любой товар. Его мама платит 30% пошлины на любой... Его жена платит, покупая товары, бешеные налоги. Надо думать о своих согражданах, что его сограждане потерпают от налогов, потому что мы не равные с европейцами, мы не можем позволить себе высокий налог, мы очень бедные люди. И на сегодняшний день самым главным принципом должно быть президента, это отменять со своих граждан налоги максимально. Вот первое, что должно пойти под нож, это 1,5% военный сбор. Заодно освободимся от чиновников и сделаем людям хоть чуть-чуть лучше. 1,5% был введен временно. Он уже действует 6 лет. Кто может ухватить это решение? Какая процедура? Парламент подает закон о скасовании этого налога, голосует одну строчку и все. Я не думаю, что там кто-то будет против скасовать 1,5% налога. Но у финансового комитета даже это в голову не приходит. Потому что, к сожалению, разнородный состав слуг народа, так получается, что в финансовом комитете практически социалист сидит, который хочет набросить больше налогов, у которого в голове сидит социальное государство. Он считает, что чиновники удачно перераспределяют деньги в социальном государстве. Не замечая того, что за 28 лет они так наперераспределялись эти налоги, что они богатые, а мы бедные. И причина, что мы, кстати, бедные, вот одна из тех, что они продолжают лично управлять экономикой. Личной экономикой президент не должен управлять. Он должен создавать условия своим согражданам. Или лоббировать те условия, в которые он верит. Если бы он поверил в налоговый рай, я уверен, что у Зеленского получилась бы прекрасная страна. Очередь бы стояла из инвесторов в эту страну. А не за менеджером, который будет с этого ходить в этих условиях. Потому что любой инвестор, который сюда приедет, он столкнется с 20% НДС, с доходами, с заработными платами 19,5% обложим, 22% ЕСВ и пошлинами, которые він має платити. От пане Геннадію, ви дуже часто себе називаєте проповідником тих ідей, яких ви притримуєтесь, і ідеї податкового саме раю. У вас були якісь останнім часом контакти із командою Зеленського або із Кабміном? Я не напрашиваюсь никогда на контакты, ну, в силу своего и возраста, и статуса, и нежелания вообще у кого-то что-то просить. Ну, может, на вас выходило, как говорил Булгаков, он говорит, ни у кого ничего не просите. Придет время, сами придут и все предложат. Мне не предлагали ничего. Тобто таких розмов не было? Ні, я ж не кажу там про певні посади, преференції, запрошення до команди, можливо, на рівні якихось консультацій. Посади мне не надо, в депутаты я не хочу идти, мне все это не надо, но мне нравится, когда внедряются твои идеи. В какой-то степени я считаю, что за последние там годы мне удалось проникнуть в головы людей, во всяком случае молодого поколения, и заразить идеями либертарианства. Поэтому они говорили, что мы либертарианская партия на каком-то этапе. Потом они вынуждены политически сместились в либералы. Я людям объясню, что такое, чем отличается либерал от либертарианства. Либерал хочет улучшить государственное предприятие или улучшить государственную систему. Либертарианин хочет продать государственное предприятие, чтобы оно было приватным, и хочет убрать государство из вашей жизни. Вот в этом отличие. И на сегодняшний день я рад, что вот Арахамі озвучивает в какой-то степени программу партии 5-10. Пане Геннадію, якщо мені пам'ять не зраджує, то першим про лібертаріанство в команді Зеленського заявив чинний вже перший заступник голови Верховної Ради пан Стефанчук. Можливо, пан Стефанчук і є прихильником вашої політичної сили, ваших ідей? В парламенті попало где-то, ну, они когда-то даже входили в
партию 5-10, они к ней приближались, знакомились с программой, она им нравилась. Они, возможно... Кто, Стефанчук? Нет, не Стефанчук, там есть несколько депутатов, которые взаимодействовали с партией 5-10. После выборов, к сожалению, они ко мне уже не приходили. То есть, когда они избрались, уже контактов не было. Депутаты фракции «Слуга народу», вони раніше спеціалізувалися. Раніше були некоторые при партії 5-10, ну, це з периферії. Це не ті депутати, яких можемо називати, ну, топ-депутатами, які... Ні, це не топ-депутати. Це депутати такої проміжутки. Хоча один топ є, це він зараз відповідає за цифровізацію, діджиталізацію країни. От він був в партії, навіть в якомусь списку був. Но после того, как его выбрали, когда ему сказали, а вы были в партии Вошу, он начал открещиваться и заявил, что он в экономике ничего не понимает. Ну, почав, как кажуть, служити народу, відповідно до назви цієї політичної сили. Меняют, иногда люди меняют свои мирозрения. Но я говорю о другом, что сейчас появляется новая плеяда политиков, потому что, ну, знаете, это как наполненное ведро, да? Мы оттуда выплеснули коммунистов, фашистов, националистов, и оно начинает заполняться другими политическими. То есть спектр сместился в сторону свободы, сильно сместился. И вот этот вектор, он сейчас в политике не задействован вообще. То есть либертарианская партия должна быть в политике, она должна занимать свою крайнюю точку и добиваться отмены налогов, массовых. Хотя они сейчас много проводят реформ либертарианских. То есть они говорят во всяком случае, что будет продано 500 там, предприятий, будут там либерализация проведена. Вязницы уже хочет продавать, это что сказал министр юстиции. Но у них пока сидит у большинства вопрос Европы. Потому что с Европой подписана ассоциация, и там налог на добавку стоимость должен быть, ну, по этому договору. Но есть выход, мы можем сохранить подпись об ассоциации, но, допустим, налог на добавленную стоимость заменить 5% НДСом безвозвратным, который взимается и больше не возвращается. Пане Геннадьевич, еще поговорим про Укрзалізницю. Будь ласка, виведіть нам слайд. От пишуть наступне. Підписали меморандум між Міністерством інфраструктури і крупнішим німецьким Deutsche Bank. А документ не о концесії или приватизации Укрзалізниці, но о стратегическом партнерстве, которое позволит трансформировать не только железную дорогу, но и всю страну. И об этом сообщил премьер-министр Гончарук. Мы разберемся с документами, я расскажу вам детали, что это. Крупнейший немецкий Deutsche Bank, да. Но он, видать, будет помогать финансово нанимать экспертов, которые будут помогать трансформировать железную дорогу. Это что значит? Это значит разбивать ее на части. Монополист должен быть разбит на части. Одни должны заниматься перевозками, другие железнодорожными рельсами, третьи должны заниматься этими железнодорожными вокзалами. Это все разные сферы. И будут туда привлечены в том числе частный капитал, и некоторые вещи станут приватизированными. Певні можливості для дерибану? Никаких можливостей, когда действует приватная собственность, нету. Потому что дерибан возможно только когда государственная собственность. Когда уже приватная, уже все, нету. Не бывает. То есть тут у нас будет такая прозорая процедура, все будет честно, транспарентно. Будет правильно. Будет правильно. Будет правильно. Потому что мы ведь видим, как работает железная дорога в Европе, да, и как ей пользуются. Это основное сейчас направление, на котором я ехал в Италии, удивился на табло, когда поднял голову, незаметно мы дошли до 300 км в час. Это через всю Италию несешься с невероятной скоростью. Нам надо это. Сможет ли Украина или украинский менеджер это сделать? Нет, не сможем. Сейчас многие возмущаются, во всяком случае, противники нынешней власти возмущаются, что закупают американские тепловозы, мол, надо свои покупать. Не надо свои покупать. Не надо поддерживать своего товаропроизводителя. Потому что нам с вами опасно на них ездить. Поэтому лучше ездить на американских тепловозах. Это хорошо, что мир глобальный начинает обмениваться товарами. Мы покупаем не то, что... Хотелось, чтобы иначе тепловозы они были обеспечены. А пусть развиваются, пусть вкладывают деньги Deutsche Bank и американцев, открывают здесь тепловозный завод, если он будет конкурентный открывать. Но тепловозный завод здесь откроется хороший, международный, когда здесь не будет налогов. Потому что пока, судя по всему, им выгодно и в Америке производить. А Трамп все делает для того, чтобы снизить налоги для производителя. У них есть целые экономические зоны без налогов. И они знают, что туда начинают привлекаться деньги. Украина таким путем не идет. И теперь вопрос, а где будет человек с долларом? Безналоговой территории США или у нас? Конечно, там. Поэтому я еще раз повторяю. Украина должна пойти путем Америки 19 века, стать аномально свободной страной для передвижения товаров, денег и людей. Пане Геннадію, ми з вами обговорили тему, яка пов'язана із податками, а зараз в останні тижні активно обговорюється питання, яке пов'язане із заробітними платами. Щоправда, ми обговорюємо не зарплати,
простих українців, а говоримо про ті зарплати, які у наших топ-чиновників, от в урядовців. Я думаю, що ви також слідкували за тим публічним дискурсом, який був, і те, що от писалося у соціальних мережах, мовляв, деякі урядовці, міністр освіти, міністр економіки, міністр юстиції, вони також висловлювали своє публічне невдоволення тою зарплатою, яку вони отримують. От як бути тут, враховуючи те, що, відверто скажемо, Україна – бідна держава? Зарплата чиновників не може бути вище, ніж зарплата в комерційному секторі. В комерційному секторі зарплата має бути в 2-3 рази вище. И причина здесь не потому, что конкурентная среда, да, между государственным и приватным. Это флагман экономики. Здесь делаются деньги, услуги, производятся товары. И они их продают на свободном рынке. Если они их зарабатывают, то, пожалуйста, получайте сколько хотите. Для чиновника это функция. Он ничего не зарабатывает, он осуществляет функцию. Когда мы приписываем Кобелеву, что он на монополисте что-то зарабатывает, он зарабатывает на одном, изменил нам, повысил стоимость услуг. А как только он повышает стоимость услуг, так он 1% с этого забирает. Так он все время ему выгодно повышать стоимость услуг. Поэтому государственный чиновник или человек, работающий на государственного монополиста, не может получать больше, чем в коммерческом секторе. Более того, во всех развитых странах, в той же самой Америке, люди, работающие на государство, получают в разы меньше, чем люди в коммерческом секторе. Там они могут миллиарды зарабатывать. Уйдешь с государства в коммерческий сектор, зарабатывай деньги. А здесь у тебя скорее служение. Прокурор Америки получает меньше, чем ведущий адвокат. Причем в разы, а может и в десятки раз. И это нормальная сложившаяся практика. Когда вы идете работать на государство, это ваше какое-то служение. И вы здесь идете не за деньгами. Ну, мы можем, до речи, подивитися, скільки отримують наші урядовці, наші міністри, будь ласка. Ну, Гончарук, у нього середня зарплата 60 тисяч 479. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, отримав в середньому 100 тисяч. От Бородянський, міністр культури, який, правда, займається питаннями, які пов'язані з медіа, отримує 38 тисяч. Малюська в середньому 75. Ну, не такі великі зарплати, як в порівнянні з комерцією. Но еще раз говорю, вы пошли туда служить, и за зарплатами нечего гнаться. Она должна выровнена быть, какая-то там удобоваримая, возможно, в сравнении со средней зарплатой, пусть она там будет какой-то там в два раза выше. Ее надо приравнять к средней зарплате по стране. Сегодня в стране зарплата там средняя, не знаю, 500 или 400 долларов. Ну вот платите им там 800 долларов. Все. Все, что может позволить себе бедное государство. А пусть разбогатеют ваши граждане, вы добьетесь, что они будут получать 10 тысяч на человека, умножайте, у вас будет 20 тысяч. А поясніть мені цю логіку, от ви, можна сказати, вже давно в політиці, от приходять люди на міністерські посади, отримують такі заробітні плати, які, ну, не те, щоб, ну, там, пересічному українцю вони не снилися, далеко не кожна людина, там, не кожен медик, не кожен педагог може отримувати ті цифри, які ми зараз бачимо на цьому екрані. І люди кажуть, ну, нам мало, я там, наприклад, не зможу утримувати дитину. От поясніть, чому люди, ну, які мають якусь мінімальну клепку в розумі, якщо вже досягли таких посад, починають висловлювати таке публічне невдоволення і таким чином посилювати ненависть до себе? Ну, я цього не розумію. Во-первых, сытый голодного не разумею. Изменение точки сидения меняет точку зрения. Когда они туда попадают, они понимают, что вы пришли на эти посты, став депутатом, да, вам не хватает на жизнь. Это реальность. Потому что если вы даже там $1000 получаете, вам не хватит жить в Киеве с семьей. Вы не сможете ребенка в платный детский сад отдать, или в платную школу, или вообще заплатить и купить, достойно одеться, достойно поесть. В Киеве достаточно дорогие рестораны. Со времен Кучмы, там, со времен Кравчука мы привыкли, что элита, она вообще не ходит получать зарплату. А зачем? У нас все есть. И так, у них совершенно другие доходы. Элита не знает, как у них зарплату. Да, они даже не знают. Вы у них спросите. Эти хотя бы пришли настолько новые, что они, да, они озаботились. Что же это я стал вот таким большим человеком? Вы их, наверное, еще выправдовываете. А денег нет, да. Да, я оправдываю их чисто психологически. Логически, они считают, что они заслуживают $3000, $2000 зарплаты. Но мы должны, общество должно их останавливать. Ребята, добьетесь, что мы будем получать внизу. Идите в коммерцию зарабатывать. Чего ты пошел в парламент?
Тим паче, коли ви давали згоду стати міністрами, ви ж, напевно, знали, на яку зарплату ви будете отримувати. Треба розуміти, що слуга народу не може отримати більше, ніж народ. Якщо твій народ отримує $400 середня зарплата зараз по країні, то буде здорово отримати свої $400. Ти ж слуга. Ну, в класичному розумінні слуга тоді не може отримати більше, ніж пересічний представник цього ж народу. Ну, це і всі маніпуляції, от вони зараз вилазять, люди недовольні. Я розумію людей, тому що от так породити соціальну зависть, це треба ще умудриться, потому что для политической силы это очень плохо. Для этой команды Гончарука это очень плохо. Тем более рядом стоят каналы олигархов, которые это раздувают. На сегодняшний день Медведчук этим прекрасно пользуется, и Тимошенко оседлала эту тему. Тимошенко, которая обворовала страну аж до нитки, она начинает говорить о том, какие зарплаты должны быть и кому сколько надо выписывать. Хотя сама выписывала тому же Дубине огромные премии за то, что подписывала газовые контракты, невыгодные для Украины. Поэтому они стоят рядом, вот эти все старые, сами пользуются, начинают настраивать общество против них, указывая, смотрите, какие у них зарплаты. Вот ваша передача, смотрите, да, там мы в Ютубе сказали, ой, смотрите, и все смотрят. И это нехорошо. Ну, ми ж показуємо все, як є, і ми показуємо... Пожалуй, чесно поступив один Дубілет. Ну, Дубілет дуже состоятельний мальчик, там у нього папа приватбанк в своє время чехвостил хорошо. І он, у нього достатньо денег, він говорить откровенно, мені взагалі ця зарплата не потрібна, я хочу відказатися від неї. Це зрозуміло, що він пішов служити. І я вірю в те, що у нас був один київський міський голова, який також відмовився від своєї зарплати. Це був Черновецький. Він заробляв на другому. Він заробляв на дерибані землі. Да? Це різні покоління, не можна порівнювати. Але підхід. Я от сьогодні вже в одній передачі приводив, наприклад, як от ці покоління розлічати. Вот. Що зараз произошло? Прийшло нове покоління. Це друге покоління. Це люди тих людей, які видирали перший капітал. Це люди, які прийшли, їх діти. На примірі Майкла Корлеоне, я вам приведу. Його крестний отець перший, да, там, которого Де Ніро грає, він вишкрібав, він убивав, він вишкрібав, він з нуля піднімався до своїх висот. Его сын уже занимался законами. Он хотел законно жить. Его втягивали в преступную, но он хотел быть белым бизнесменом. Вот это второе поколение Дубилетов. Это дети богатых родителей. И сегодня пришли к власти как раз вот эти все дети, предприниматели, бизнесмены, которые выдирали этот капитал. И у них внутри желание жить не как родители, а по закону. Ну, у Корлеона старшого, у Віто Корлеона був свій підхід до виховання своїх дітей. Тому, одинаково, це зміна покоління. Тому що в цьому імперію. Же фільмі видно, чим наступне покоління буде займатися. Петь, танцювати і благотворительністю, якщо у них все буде добре. Так що ми зараз наблюдаємо друге покоління, яке хоче жити по європейським законам. І вони цими європейськими законами уничтожають своїх батьків. А коли українцям все буде добре? Або, принаймні, стане трошечки краще. Ваш прогноз. А когда будут снижать налоги для людей? Когда мы станем аномально свободной страной? Потому что честные суды нас богатыми не сделают. Честные полицейские нас сделают одно богатыми. А богатство нам даст возможность решить все эти вопросы. Потому что богатый человек, он живет несколько другой жизнью, он больше занят, он более, так сказать, счастлив. И на сегодняшний день вопрос бедности и богатства должен стоять на первом месте. Как сделать так, чтобы украинцы резко стали богатыми? Вот это единственный способ есть, это освободить их от налогов и сделать свободное передвижение товаров, денег и людей. Власне кажучи, це питання, що треба зробити для того, щоб українці стали жити краще, будемо адресувати владі. Сподіваємося, що влада не просто якимись деклараціями буде на нього відповідати, а відповість реальними діями та реальними кроками. Пане Геннадію, дякую вам. Люди, за розмову. Становитесь лібертаріанцями. От це дуже важливо, щоб мінялись в лібертаріанство. Тому що у нас ще люди отравлені государственним, комунізмом, соціалізмом, а лібертаріанцями ще не стали. Ну, принаймні, наші глядачі, глядачі Політек Онлайн вас почули. Дякую вам ще раз за розмову. Геннадій Балашов, лідер партії 5-10, був гостем студії Політек Онлайн. На все добре. До побачення. Бережіть себе.